Каждый свой ломает. Мы им подумаем. Что бы это был не последний концерт. Кто у нас будет падать, я ногами буду отвечать. Я сразу говорю. Ну вот. Короче, часть прибыли с этого концерта, если прибыль вообще будет, она пойдет в помощь женских антифашистов, на которых тупые базы написали заяву. Вот так вот. Ну а что еще останется, пацанам на проезд? Да, да, да. Стоим, стоим!